помню матч, когда мы создали столько, а забили всего один. Я просто сходил с ума, особенно по ходу второго тайма. Ну столько моментов у Барселоны, столько шансов у Атлетико. Просто попадайте. Ну вот это получилась такая игра. Мега эмоциональная. И, наверное, она, конечно же, в памяти у всех останется, потому что я сейчас посчитаю. Я не видел матча за всю свою капитанскую карьеру, где судья показал бы после 50-й минуты 8 желтых карточек 7 игрокам и одну еще кому-то на скамейке Атлетико. 8 желтых после 80-й минуты. И, наверное, моментов 6 супер крутых моментов, которые не были реализованы. Потрясающие эмоции в классный теплый день на Камп Ноу. Смотрите, 90 тысяч. Поют, играют, получают удовольствие. Таким и должно быть воскресенье.